Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 226. У нас есть выражение минус 48, плюс 35 и минус 52. И нужно это выражение представить в виде суммы положительных и отрицательных чисел. Берем каждое число вместе с его знаком в скобке. И между этими скобками ставим знаки плюс. Представили мы выражение в виде суммы положительных и отрицательных чисел. Также нам нужно подумать, как можно упростить выражение и показать, как это можно сделать. Так как мы выяснили, что от перемены мест слагаемых, будь у нас сложение отрицательных, положительных чисел, сумма у нас не изменится. Можем сделать следующее. Минус 48 сложить с числом минус 52. И также сочетательный закон тоже будет работать как с положительными, так и с отрицательными числами. Поэтому мы в скобки взяли это действие, а затем еще прибавить 35. Минус 48 плюс минус 52. Если у нас был долг 48 рублей, еще 52 рубля мы задолжали, того мы будем должны 100 рублей. И после этого мы 35 рублей отдали. Но у нас еще остается долг 65 рублей. То есть ответ у нас будет минус 65. И выполнили задание 226. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.